Я не настолько суеверна, чтобы верить таким приметам. Поскольку этот факел все-таки делали люди, то, естественно, есть и возможность ошибки. Я думаю, что как раз сам спортсмен в этом меньше всего виноват. Я считаю, что такие трудности должны закаливать наши команды. И они должны настраиваться на преодоление этих трудностей. Вот тогда у нас все будет хорошо.